переломная винтовка Crossman Benjamin Charger в комплекте с оптическим прицелом. Интернет-магазин «Попади в десятку». Ствольная коробка этой модели металлическая, а ложа сделана из пластика. Приклад винтовки снабжен подсечником, он не регулируется и симметричен с двух сторон. Та часть ложа, которая соприкасается с рукой стрелка, имеет цепкую шершавую поверхность. Предохранитель винтовки находится в спусковой скобе. Идущий в комплекте с винтовкой или любой другой прицел устанавливается на планку «Ласточкин хвост». Переходные кольца под эту планку в комплекте тоже есть. Общая длина этой винтовки 1105 мм. Длина ее нарезного ствола 380 мм, а весит она 2,5 кг. Пружина здесь используется витая. У оптического прицела пластиковый корпус, его линзы защищены крышками. Параметры прицела 4 на 32. А с помощью двух винтов прицельную сетку можно настраивать. Сделана она здесь в виде перекрестия. Стреляет эта модель пулями калибра 4,5 мм. Установленную витую пружину при желании можно заменить. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.